яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти. От них же первый есть аз. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сие самое чистая кровь Твоя. Молюсь им бы Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститеся, святых Твоих тайн, Господи, в оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайны. Дней Сыне Божий причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повен. Не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суде ли во осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Причащается раб Божий Игнатий. Тело и кровь Господи, и Бог Спаса нашего.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. До конца пою.
благословение Господне на вас, то во благодати и человека любим, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святителя Макария, преподобного Макария Алтайских, священномученика Иакова Барнаульского, всех новомучеников и исповедников российских, иже во святых, отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, и иже во святых священномученика Анфима, мученика Иоакимфа, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Анатолия, иже в ближних пещерах, и Анатолия Затворника, Печерского, иже в дальних пещерах, благоверных князей Василия Константина Ярославских, святителя Василия епископа Рязанского, преподобных Иоанна Лонгина Яринских, блаженного Иоанна Христа ради Московского, преподобного Никодима Кожеизерского, мученика Диомида, Евлампия Асклепиодота, мученицы Голендухи, мученика Макии и Марка, преподобного Александра, начальника обители Неусыпающих, святителя Анатолия, патриарха Цареградского, преподобных Тихона Василия и Никона Соколовских, святителя Арсения Тверского и всех тверских святых, преподобного мученика Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения, священномученика Антония, архиепископа Архангельского, святителя Сильвестра, архиепископа Римского и исповедника, архиепископа Омского, их же и памятные совершаем, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. И Господина нашего Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Барнаульского и Алтайского, и Господина нашего Преосвященнейшего Антония, епископа Сатарского и Таинского, братья святого храма сего, и все православные христиане, Господи, сохрани нам многое лето, и спала эти деспота. Всечестной Отец Иоаким, Геннадий Тихонович, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем и желаю, чтобы Господь пребывал с вами во все дни до скончания века. Господь наш Иисус Христос создал церковь, которая не одолеет врата ада, и главное, не отколоться от церкви православной и держаться учения святых апостолов, отцов Святой Церкви. Но главное для нас это Евангелие, или как любит говорить Игнатий Тихонович, благовестие. Евангелие так и переводится на русский язык, благая весть, которую мы должны, получивши сами, нести в мир весь, даже до края земли. И сегодня владыка Антоний, в юрисдикцию которого входит деревни Потеряевка с Мамонтовским районом вместе, послал вам свое послание, которое гласит благочинный отец Виталий, Мамонтовский настоятель. Прошу сюда. Его преподобием, протоиереем Якиму Лапкиным, настоятелю храма в честь священномученика Анфима Никомедийского, Алтайский край, поселок Потеряевка. Ваше преподобие, дорогой отец Яким, разделяя радость настоящего торжества 32-летия
от возрождения поселка Потеряевка и 205-летие от основания поселка, поздравляю вас и прихожан с вашим престольным праздником. Радуюсь вашему торжеству, молитвенно желаю вам крепости, сил, мира душевного, неоскудеваемой радости о Господе и его щедрой помощи всей вашей православной общине. Пусть милостивый Господь по молитвам священномученика Анфима Никомедийского непосредственно дарует вам и всей православной общине поселка Потеряевка любовь и взаимодействие, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Призываю на вас Божие благословение с любовью о Христе. Антоний, епископ Славгородский и Каменский. Спасибо вам, Господи. С праздником, отец. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Участники все, грешного, молитесь, благодарите Господа. Святые Твои, сподобились. Благодарю Тебя, яко мне недостойно, как причаститесь от причистых Твоих небесных даров, сподобились. Но владыка человека любче нас ради, умеры живет Христы, дарованы нам страшное сия и животворящее таинство. Благодарение и освящение души телес наших, дождыки семью неба, исцеление души и тела. Познание всякого сопротивного, просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непосредственно, любовь верить мирну, во исполнение премудрости в сожалении заповедей Твоих, предложение божественное Твоя благодати, Твоего царствия присвоение, чтобы святыни Твои тебя сохраняют, Твою благодать поминают всегда, и не к тому себе живу, на Тебе нашему Владыке благодетелю. И так и сего жития, шета надежды, живота вечного, Христосущный, достигнув покой, и вижу празднующий глаз непрестанный, бесконечная слава спящих своего яйца, доброту неизреченную, ты пояси истинное желание, неизреченное веселье, любящих тех вместе Боже наш, и тебя поест вся твоя во веки, Владыка Христе Божия, Царь Великов, содействуй всех, благодарю тебя всех, я же миси подал благих, и обещение ты чистых и жетворящих твои тайны. Молю, это блажный человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не плену Твоей, и данными чистую совестью, даже до последнего моего избытания, достойно причащайтесь от святым Твоих под восставление грехов и в жизнь вечную, ты бы и сих хлеб животный, источник святыни податель благих, и тебе слава ссылаю с Отцем и Святым Духом, не присной во веки веков, аминь. Дабы пищи мне плоть Твою, Бога, волею огонь сия поля недостойная, да не опалиши меня, садитель мой. Паче же пройди, лауда моя, во вся составу по утробу сердца, покорите они всех моих прегрешений, души очисти, освети помышления, составы утвердись, косни в купе, чувств просвети простую ветерицу, всего мяс прегради, страху твоему, Христа покрышь, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души земного, очисти я мою, украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи на твое селение единого духа и никому селение греха, но яко Твоего дома входа в причащение, яко огня меня бежит всяк злодей, всякая страсть. Молитвенники Тебя приношу, вся святые, чина началья же бесплотный. Притечи Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твоей несмертной чистую мати. Их же мольбы благоутробнее, прими в Христе мой, Сына Света, соделай Твоего служителя. Ты бы и сия освящение и единие наших блажей души светлость. У Тебя неподобное, ко Богу, Владыце, славу всем посылаем на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная восставление грехов, будешь мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешной Господи, Бесовы славы Твоя, молитвы причистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда, покровит, прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господу, Беломя и Синя, достойного, причастника, быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживаю Твоя мир, мышленного грехов,
Ты же милости Бога Бога, любоблагоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в применениях помышлений моих. Из подобия надо последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, восцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания. Мне же петь и славить тебя во вся дни живота моего, века благословенной, и прославленной, и во веки аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, века видится очи мои спасения твоей, еже и сил готовил пред лицем всех людей. Свет в откровении языка, по славу людей твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И оставит мир наши, яко уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, Сила и Слава Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Уста их, яко же светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, нет вибролюбия мира и сокровища снизка. Высоту нам смиренно мудрее показано, Твоими славеси наказуя очи Ане Златоусте. Моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу Сыну и Святому Духу. От небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устами все учишь, поклоняйся Троице Единому Богу. И Ане Златоусте все блаженни, преподобни, достойны, хвалит Тебя, и сиву достанет, яко божественное являя, и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но притвори, яко благая на помощь на свету зовущих ки. Ускори на молитвы почисено умоление, предстательствующее Христа Богородица, чтущих Тя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, словородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Имя Господне высокопрявит, священнейший Владыка, благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы им пречистое соединение Матери, жива святых Отца нашего, Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Поздравляю всех с принятием святых Христовых тайн. Приобщаясь тело и крови Христовых, мы становимся единого с Ним естества, становимся бессмертными. Это надо помнить и соответствующим образом жить, уповая, что откроется нам врата вечности после исхода из этого временного бытия. С праздником, братья! Ну, теперь, по обычаю христианскому, полагается продолжать трапезу. Да? Да. Остальные домой, там у нас повара делают. А тут, кого пригласить?